И еще одна новость от зрителей об аномалиях уральской природы. В центре Екатеринбурга зацвела яблоня. Дерево, с одной стороны которого созревшие плоды, а с другой редкие соцветия, растет на улице Малышева. Не в сезон такие деревья обычно начинают цвести от перепадов температур, что и было недавно. После прохлады в августе и в сентябре наступила по-настоящему летняя жара. Для деревьев такие погодные условия – стресс, на который они и реагируют цветением.